Dai coro di voli, dai coro di voli. 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 Служение означает покорность, природа покорности, покорная природа, степень покорности своего существа, готовность стать членом того наиболее тонкого и наиболее сокровенного измерения жизни, обрести связь с этим измерением ниргуна, сагуна и ниргуна. Ниргуна майявади считают, что разрыв связи с измерением наслаждения есть ниргуна. Но вайшнавы утверждают, ниргуна обладает позитивной природой, характеристиками. Это не есть отказ или уничтожение негативной стороны, но позитивный, динамичный поток любви и служения. Это наиболее сокровенное или внутреннее измерение, подобно тому, как существует воздух, огонь, вода и другие элементы, земля, но наиболее тонкий элемент — эфир. Подобно этому сознание Кришны, подобно эфиру, наиболее изначальное и всеобъемлющее измерение, наиболее тонкое, и наша душа может обрести связь, иметь связь с этим измерением, быть членом, работать, трудиться в этом измерении. Мы откажемся, отстранимся от всех этих оболочек тела, ума, разума, рассудка и всего остального, и глубоко погрузимся в то измерение. И там мы найдем нашу душу. Она находится там, пребывает там. Но в настоящее время она обращена, ее внимание обращено вовне. И этого положения можно достичь лишь, отказавшись от очарования, влечения к внешним покрытиям, оболочкам, и обратившись вовнутрь. Этот процесс известен как служение. Севанмукхи. Я не для себя. Я не принадлежу себе. У меня есть хранитель, мой владыка. Мое существование зависимо. Таким образом, если говорить попросту, я раб. Я не есть независимая личность. Я ничем не обладаю. Он собственник. Я его раб. Я не принадлежу себе. Я не есть истинная сторона. Истинная сторона — он. Я покорен, я второстепенен. Такого рода реализация может приблизить нас к этому измерению сознания Кришны, Вриндаван, Браджа. Все больше и больше. Зависимость, природа зависимости. Я не могу жить независимо или в обществе столь многих бунтарей. Я хочу жить в гармонии в обществе обитателей того измерения и совершать служение. А служение — это любящее служение, труд любви. Он очень приятен, радостен, очень-очень радостен. Этот опыт ни с чем невозможно сравнить, с любым другим явлением. Подобного рода радость, экстаз мы можем чувствовать в процессе этого культивирования, применения нашей духовной силы. Подобно тому, как сандаловое дерево, чем больше его сжимают, оказывает на него давление, тем более насыщенным становится аромат. Золото,
чем больше золото обрабатывают огнем, тем чище и ярче оно становится. Благодаря жертве, жертвенности, умереть, чтобы жить, таков процесс. Благодаря жертве мы можем находить свое подлинное «Я», свое подлинное тождество и открывать для себя подлинную перспективу. Севан Мукхата, умри таким, каков ты есть. Раствори свое эго полностью, без остатка. И ты обнаружишь, что есть искра души, и ты есть эта искра. И эта искра — член того измерения, высшего измерения, сознания Кришны. Мы можем жить там.